Ты меня напугал. Хотела расслабить. А ты помнишь, что в ЗАГС ходят взрослые люди? Ты куда? Взрослеть. Вот Костик, например, любит по дому в трусах ходить. Меня страшно бесило поначалу. Потом ничего, привыкла. Просто стала ему трусы посимпатичнее покупать. А как у вас с этим? С чем? С трусами? Пижама в стирке или это какой-то намек? Я просто хотела извиниться за вчерашний... По вашему приказанию. Сливочный генерал прибыл. Так, Влаш, тебе не кажется, что это глупо? Взрослый человек мажет себя сливками и радуется при этом. Если ты на кухню, то чайник поставь. Хоть кофе попьем со сливками.